Де моя фуражка? Всем привет, меня зовут Андрей Мартыненко, и сейчас я вам покажу посылку, которую я заказывал еще в самом начале лета, и пришла она только сейчас. Возможно, все будет там уже не по сезону. Открывать надо. Помните видео, где я поехал в Карпаты, в горы выживать? Это совсем вот недавно было. И вот эту штуку я заказывал, чтобы с собой взять. Само открыть. Стоп. Стоп, дубль 2. Блядь, и как же оно было? Короче, вы смотрели фильм про детей-шпионов? Вот это у них была такая палатка, и они просто так, вот так ее бросали, и она сама раскладывалась, вот так. Ох, офигенная палатка. Офигенная, мать. Первая вещь с посылки меня порадовала. Офигенная палатка. Идем дальше. Кожаный портфель. Сразу так проверяю, потому что они такие бывают дерьмовые приходят. А этот... Да этот нормальный. Не люблю портфели маленькие, в которые, если куда-то едешь, там не можно положить ноут. Места много, хороший. Кожа. Лови. Идем дальше. Сука, ну чё это раньше не пришло? Ну, обидно, понимаете? Я специально это всё заказывал для того, чтобы поехать в Карпаты, в этот самый поход. Палатка. Потом вот эта хрень. Это, видите, что? Это раколовка. Ого, офигеть, какая она. Смотрите, здесь даже вот есть... Здесь так расстегнул, и тут внутри карманчик, в который ты кладешь то, что будут раки жрать, там какую-то дохлятину ходячих мертвецов. А вот здесь еще один отсек, и достаешь отсюда добычу. Ну чё, она раньше не пришло? Знаете, что это? Это я заказал подушку. Это наволочка, я вижу, но я же подушку заказывал. Да, на сайте была подушка. Я заказал пару подушек, а пришла просто наволочка. Так что, если будете заказывать, то знайте, что придет просто наволочка. Наволочка в пальмовом стиле. Это для одиноких вечеров. Сука, не скажу, я не могу сказать букву Г. Не Г, а Г. Глядь. Сейчас вы говорите, какую букву я не могу сказать. Глядь. Ганан. Сука. Серёза. Глядь. Блядь. Букву Б не могу выговорить. Футболочка. Это, кстати, сестра моя любит такие эти. Сестра! Сестра! Иди сюда! Сестра! Зайди-ка сюда на секунду. Зачем? Подарок для тебя есть. Только давай не снимать это. Подарок хочешь, а снимать не хочешь. А, так я так не... Лови, хочу. Лови, лови! Да лови! Что ты? Лови свои чипсы. Ой. Чувака этого. Ты любишь. О, боже, спасибо. Это так мило. Я люблю Азовского. О, ну что, у меня повышение по должности. Даль. Майк Вазовский. Сестра. Иди сюда. Ты здесь конструктор внутри. Сестра. Да ну подойди, ну что это такое? Подходи. Как это, подарки не хочешь? В смысле? Ну и все, оставлю себе. Что у нас здесь? Кажется, вот эта штучка в жопу должна залезать. Не, это не светильник. По-моему, это, короче, насос. Он на батарейках. Смотрите, на батарейках такая хрень, чтобы вставляешь в бутылку и типа потом так... Я не знаю, как оно называется, ну, короче... Так, что у нас здесь? Опять что-то для похода, наверное. Прям ранит душу мне. Гамак!
Если бы он раньше пришел и все это остальное. Вот что-то еще пришло. Ого, для чего угодно здесь? О, смотрите, что здесь еще есть. Смотрите, это же хуевые формочки для льда. Писюны, 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 как у меня. Ого. Вот классная штука. Здесь внутри сидит котенок. Смотрите, что будет. Ну. Идем дальше. Здесь вот кое-что есть. Сейчас наделаю и вам покажу. Я беда, беда, йо-го-го, я впереди с тобой, та-да-та-да-та-да-та-да-та-да-да-да-да. Я беда, беда, йо-го-го, я впереди с тобой. Я не пойму, это свинья или это какой-то бультерьер или что это такое? О, что это такое? Это, судя по всему, сюда должен вставляться телефон или... А как им пользоваться? Ай, вверх ногами. На попу Юли не налезет, точнее, не будет большой, а вот на сраку сестры то, что надо. Даже маленькие будут. Сестра! Сестра! Подарки! Это моя звездочка. Эта звездочка светится, подушка. О, звездочки. Огромная куча фосфоровых звездочек, которые можно лепить по всей комнате, они будут светиться ночью. О, вот такую бы я носил. Пойдем дальше. Тоже для похода. Это, сука, это у нас как раз то, чего мне не хватало. Чего нам не хватало в походе. Это маленькая, сука, лопатка. Реально офигенно маленькая лопатка, которая... Вот, и штык-нож такой, кинжал. Это мини-сейф. Как его открыть, конечно, я не представляю. И последний лот. А, не, ни хрена не последний, там еще куча-куча вещей. Портфель. Тоже вижу очень плотный, по качеству хороший. Вместительный, хороший портфель. Туда его на кучу. Идем дальше. Это типа как бутылочка, только сюда ставится... Короче, сейчас увидите. О, прибежал, услышала про бутылочку. Смотрите, как все делается. Берется вот эта штука, ставится. Берется рюмка, это все было в комплекте, ставится. Берется водка, этого не было в комплекте, но она должна быть. Делается вот так, затем оно чуть пониже. Опускайся ниже, малышка. Наливается. Тот, на кого попадает, тот и бухает. Будем крутить, пока не выпадет на меня. О, все. Офигенная игра. Погнали дальше. Ты, блядь. Голова здорова. Фуражка. Где моя фуражка? О, такая же, только белая. Четко, да? О, нужная вещь. О, вот так. Еще одна... Подушка тоже в пальмовых тонах, стиле. Главное подушки теперь купить. Еще одна такая же штука, только для пива. Ого, я вам даже сейчас покажу, что это. Берется бутылка с водой.
Берется вот эта хрень, резьба есть. Вот так все это дело закручивается. Вот так переворачивается. Затем мы берем стаканчик. Внимательно смотрите. Затем мы берем стаканчик. Нажимаем на кнопочку. Эй. Это как? Сейчас я вам скажу, как должно быть. В комплекте была еще... Блин, как она называется? Вот, что было еще в комплекте. Чтобы хорошо все шло, наверное, надо сделать вот так. Дырочка. Вот так дырочка. Проверяем. О, вон оно. Добытчик. Сука. Ваше здоровье, мои дорогие. Я тебе налью. Смотри, как водичка опускается. Держи. Вот это система, да? Там осталось совсем немножко, так что скоро пойдете гулять и остальное делать. Итак, веселый робот. Это дополнительные 4 разъема под флешку. Короче, USB разъема 4, смотрите. Ну, короче, полезная штука. Итак, перчатки для кухни. Или, как знаете, коровам массаж простаты делают. И последнее. Наконец-то эта посылка закончилась. Наконец-то. Смотрите. Можно строить конструкции всякие такие из трубочек. И пить как тебе угодно. Думаю, показывать не будем, потому что вы уже сами засиделись, жопу отсидели. И я тоже уже заманался 1.5 часа снимать это видео. Так что ссылки на весь этот товар будут в описании. Если хотите что-то заказать, вы можете это сделать. Вы можете это сделать. А с вами был Андрей Мартынко. Всем пока. Андрюша, сфоткай. Андрюша, сфоткай меня. Андрюша, сфоткай. Я твоя. Андрюша, сфоткай. Андрюша, сфоткай.